Мама? Просто звоню, иду на полумолчаливое затворничество в пустыне. Не связывайся со мной. Ладно. Люблю тебя. Молчание начнется в 18 часов после встречи приветствия. Конференц-зал? Ага. Мостик, лабиринт, комнаты там же. Есть особенно хорошие. 9-я комната. Все то же самое. Призываю к тишине. Не улыбайтесь друг другу. Без подмигиваний и знаков. Нет, завтрак закончен. Время обниматься. Нет-нет, шучу. Кто готов поделиться стыдом? Что мешает просветлению? Вы просветлены? Сделайте фото мне. Пару можно? Не все так, как кажется. Хватит, Илон. Ты токсичный кошмар. Не думай, Люси. Будь гневной. Никогда не поддавайся надежде. Неплохой ты человек, просто плохое поведение.